Приветствую всех, уважаемые любители аудиотехники Hi-Fi. Короче, касательно вот этого Headbox DS, указано, что это усилитель для наушников. Однако, да, это полноценный усилитель для наушников. Вот дырка наушничная, вот регулировка громкости. Мерцает дисплей, но тут вживую все нормально. Это просто из-за этого самого, из-за несовпадения развертки. На самом деле, он в то же время, этот наушничный усилитель, является и полноценным ЦАПом. Вот сейчас он у меня подключен вот по такой схеме. Вот включенный USB коаксиал и задействован линейный выход. По линейному выходу громкость не регулируется. Так, сейчас подключен USB и коаксиал. Вот переключаю на коаксиал, оптикал, ничего не подключено. Вот коаксиал с другого источника, вот с этого, с коктейль аудио, идет коаксиальный выход на этот ЦАП. Почему мы эту запись слышим? Потому что она, которая по USB крутилась, она... Когда USB отключили, звук переключился на компьютер. Вот как коаксиал работает. На усилитель, на колонке. Вот. То есть полноценный ЦАП. Опять переключаюсь на USB. Вот звук пошел. Компьютера на вход USB. Вот, все сделаю потише, потому что сейчас уже ночь. Вот. То есть у нас этот Headbox представляет собой одновременно с наушничным усилителем и полноценный ЦАП с цифровыми входами USB. USB работает без драйвера. Правда, у меня там вылезло сообщение, какая-то там прошивка предлагает заменить на новую. Может быть, это уже драйверная прошивка будет. Не знаю, посмотрим. Я пока трогать не буду ничего, с прошивкой там колдовать. В общем, без драйвера подключил компьютер, все работает. Коаксиал работает, и по линейному аналоговому выходу обработанный сигнал цифровых входов идет уже аналоговый на усилитель. То есть это полноценный ЦАП USB и коаксиал SPDIF. Вот так вот. Кому интересно, пожалуйста, приобретайте. Путем обмена или просто за наличку. Попробуем договориться, я на связи. На этом все. За внимание спасибо. До свидания. До связи.